Привет, друзья охотники! Расскажу, как взять вот монок и сразу пойти на охоту. У людей проблемы появляются с тем, как туда дунуть, что туда дунуть, когда. Вот берете моночек, значит, рассмотрю сразу главные ошибочки. Первое, это неплотно прижимается, когда монок к губам. Вот оно получается вот дует. Соответственно, нужно дуть, прижав плотно монок к губам, да, дуем как на стекло, на очки, горячим воздухом. И говорим, например, слово «хоть туда». Вот видите, монок плотно прижат. Если чуть-чуть мы даем расстояние между монком и губами, у нас воздух начинает разлетаться в разные стороны. Да, а тут мы прижали плотно. Вторая характерная ошибка — это раздувание щек. Вот получается. Видите, звук сразу портится. Гитово монок плохой, он не играет. На самом деле просто вот надо контролировать щеки, их прижимать плотно. И следующая ошибка — это когда люди набирают много воздуха перед тем, как дунуть в монок, все. И он начинает, конечно, там кричать, пищать. Не надо, выдохните спокойненько. И вот просто выдох. Игру со словами придумали, ну, американцы, да, то есть вот какие-то слова проговаривают. У них свой язык, поэтому мы, когда повторяем то же самое, что говорят они, получается немножко не то. А вот слово «хоть», оно достаточно универсальное. Кончик языка желательно под нижние зубы при этом. Громким шепотом говорим монок, плотно прижав его и не раздувая щеки. Вот у нас получился первый кряк. Дальше, если мы вот на охоте, что нам нужно сыграть? Это три звука. В принципе, это кряк, который мы можем вот в разные стороны играть. Не надо чистить и торопиться. Все берут монок и сразу начинают. Да, это может и неплохо, но спокойненько. Обозначение утки своего местоположения. Видите, я не помогаю рукой, это немножко уже будет другой уровень, но все тоже вот начинают рукой двигать. Да, и получается вот спокойно, вот приехали, взяли монок. В разные стороны поиграли, и у вас как будто несколько уток переговариваются. То есть тихое, спокойное место, где они как-то переговариваются, как-то друг с другом общаются. Вот это первый звук, с которого надо начинать, кряк. Второй звук — это классика, это осадка, так называемая. Я рекомендую начать именно с осадки, с трех звуков. Даже вот рукой не надо помогать. Четкое, каждый звук мы разделяем. Первый звук чуть громче, чуть длиннее. Второй средний. Третий совсем короткий. Да, мы получаем нормальную осадку. Дальше, в дальнейшем, можно тренировать осадку на 5 звуков. Там, ну, есть еще много разных звуков, но вот для начала, когда утки, вы видите, мимо ваших чучел летят, не обращают внимания, да, то есть не торопитесь. Это хороший звук, который реально привлекает уток. Вот всем хочется сразу сыграть. Да, получается, ну, как правило, да, нет окончания у каждого звука. Начало нет четкого. Вот получается какой-то. Это только отпугивает уток. Если вы сыграете простую трехзвучную осадку, простую, с достаточно растянутыми звуками, обратите внимание, потому что опять же все. Да, там. Вот получается как-то так. Спокойно. И третий звук, который вот утки вроде направляются к вашим чучелам, вам надо придать им, ну, как бы, вид живой.
это кормежка. Кормовой звук играется очень просто. Самая главная ошибка, когда люди играют его, это слишком большое давление в манок. Вот играете ты-тыт, ты-тыт. Вот, вот я как говорю сейчас, так и надо дуть. Не туда, да? Ты-тыт. Не дуйте слишком много воздуха. Или второй, тоже отличный звук, и на него утка, пролетающая мимо, поворачивает. Это диги-диги-диги делаете, да, вот тоже словами специально озвучиваю. Так проще понять. Диги-диги-диг. Обязательно заканчивать надо. Вот, в принципе, те три звука, которые вам будут достаточно для начала, для охоты на утку. Всем ни пуха, ни пера.